Санкт-Петербурге открыли международный образовательный форум. Он продлится 5 дней. Этот год в России посвятили педагогам и наставникам, поэтому церемония началась с награждения учителей Санкт-Петербурга. Среди тех, кто получил благодарственные письма, Галина Чернякова. Полвека назад она придумала главный праздник выпускников России «Алые паруса». Отметили также Сергея Рукшина. Он готовит юных математиков, в числе его учеников знаменитые ученые. Мы сегодня говорим спасибо всем учителям. Профессия учителя – самая главная на Земле. Как говорил Роберт Рождественский, профессия дальнего действия. Мы сегодня делаем все для того, чтобы подрастающее поколение получало качественное образование. Впереди семинары, конференции, мастер-классы. Форум проходит в разных регионах России. Всего в нем примут участие более 35 тысяч педагогов. Они обсудят то, каким будет новый единый учебник по общеобществознанию, пока он находится в стадии разработки.